находимся в полуразрушенном селе Широкино, где сейчас в условиях нашего мнимого перемирия занимают этот город, это селище силы АТО, в данном случае сейчас занимает полк Азов, и силы сепаратистов, наших оппонентов. Продолжаются перестрелки друг друга снайперским, пулеметным огнем. То есть очень часто много сообщений, что не дают высунуться нашим силам, плотно проработают снайперами. Не надо поднимать панику. Там такие же полупрофессиональные, бывают вообще недоученные люди. В основном стреляют от страха беглым огнем. Нас больше, мы на своей земле, поэтому мы победим. Не нужно бояться, то есть даже в условиях этого перемирия, без тяжелой артиллерии, нужно продолжать выполнять свой долг, копить силы и добывать тактическое превосходство перед противником. Если нам дадут приказ, вернее, когда нам дадут приказ, мы готовы будем приступить к зачистке этого селения, чтобы оттеснить угрозу от Мариуполя еще на каких-то пару километров, чтобы дать возможность этому городу устоять и уберечь мирных жителей Мариуполя от дальнейших обстрелов тяжелой артиллерии.